Движение по второй половине Московского моста в Чебоксарах должны открыть уже в этом году. О том, на какой стадии строительные работы, Ольга Пырочкина. Вторая половина нового Московского моста сейчас вся во вспомогательных конструкциях. Однако силуэт уже проглядывается. Строители закончили возводить опоры, а до этого загнали под каждую в землю 25-метровые сваи. Теперь приступили к пролетам. Погодные условия для нас разницы нет. У нас все будет прогревом. Соответственно, для этого мы выполнили тепляк. У нас будет бетон прогреваться теплогенераторами. Погодные условия нам никак не помешают работать. Мы находимся в конструкции так называемого тепляка. Он выполнен, чтобы соблюсти технологию бетонирования. Ну а сейчас здесь идет армирование первой секции пролетного строения моста. Здесь сложно передвигаться, потому что подо мной лежит уже арматура. Всего будет 4 пролета. Первые подрядчики обещают закончить уже к 25 марта, а последний – к концу июня. Какие пожелания? Пожелания у нас одни – своевременное финансирование. Ну, понятно. Ну, то есть на объекте все нормально? На объекте все нормально, да. Все в графике. Отставаний нет у нас. Первый мост как ведет себя? Нормально? Наблюдаете за ним? Все нормально, все хорошо. То есть нет никаких дефектов? Ничего, дефектов пока не выявлено. По дорожной одежде тоже нету после зимы. Ну, весной посмотрим еще, как у нас дорожная одежда. Да. По контракту декабрь стоял. Сегодня нас ориентируют, что в сентябре будут выполнены все работы уже с демонтажом, с разборкой вот дамбы. А, соответственно, асфальт будет уложен в августе месяце. Не поплывет ли асфальт, как в первую очередь? Я думаю, что здесь спешки сегодня нет. Подрядчики и субподрядчики, компании, которые выполняют гарантийные обязательства, и все будет выполнено в срок с хорошим качеством. На этом завершится начатое еще в 2015 году строительство важного для транспортной системы столицы объекта. И летом 2019 года уровень воды в Чебоксарском заливе вернется на прежнюю отметку. Ольга Пырочкина, Атнер Корсаков, Республика.